Цена масленичного стола увеличилась в Томской области. Напомним, масленица – традиционный славянский праздник проводов зимы, который отмечается в течение 7 дней. Они предшествуют Великому посту. Масленичная неделя начнется с понедельника 20 февраля. Стоимость продуктового набора для приготовления традиционного блюда праздника – блинов – подсчитали специалисты Томскстата. В этом году он подорожал на 5,5%. Со 164 рублей в 2022 году до 173 в нынешнем. В перечень продуктов для приготовления блинов вошли молоко, мука, яйца, сливочное и подсолнечное масло, сахар и соль. Больше всего подорожала мука. На втором месте по удорожанию – сливочное масло, на третьем – сахар. Не изменилась цена на соль, стоимость куриных яиц снизилась почти на 5%. Добавим, проводы зимы колпашевцы отметят традиционным народным гулянием. Оно состоится в воскресенье 26 февраля на площади у городского дома культуры. В программу мероприятия войдут музыкальные, танцевальные номера, игры и конкурсы. На территории будет организована работа аттракционов и праздничная торговля.